Российское судно «Sea Grant» врезалось в мост в южнокорейском Пусане. В нижней части пролета образовалась внушительная дыра. Само судно тоже пострадало, но не сильно. «Sea Grant» шел без лоцмана и буксира. Капитана задержали. По информации местных СМИ, он стоял за штурвалом в нетрезвом виде. Содержание алкоголя превышало норму в 3 раза. Если эти сведения подтвердятся, капитана арестуют. Также известно, что за 40 минут до происшествия «Sea Grant» врезался в частную яхту в порту. Генеральная консульство России в Пусане в настоящее время активно занимается ситуацией с задержанием капитана российского судна. Получено сегодня уведомление официально от береговой охраны Республики Корея. Согласно этому документу, согласно версии следствия, капитан, гражданин России, управлял судном в состоянии алкогольного опьянения. По версии экипажа, вся эта ситуация была связана в первую очередь с отсутствием лоцмана, буксировочных судов, неудобным расположением пирса, где находилось судно, одновременно были неблагоприятные погодные условия. И все это повлекло вот эту череду событий. Сначала столкновение с яхтой, потом навал на мост автомобильный. Никто не пострадал в результате данного инцидента. Обратились к корейской стороне с просьбой организовать сегодня встречу с задержанным нашим гражданином, с капитаном, который сейчас находится в камере предварительного заключения Пусанского управления береговой охраны.